Итак, у нас на распаковке будет магнит F120 односторонний в наборе, то есть люди на почте в таком виде наши клиенты получают магниты поисковой фирмы Onyx. Давайте достанем весь набор, посмотрим, что в него входит. Итак, обязательно в каждую посылочку копия сертификата качества кладется в файлике. Календарик на актуальный год, в данном случае 23-й, с нашими контактными данными. Это у нас телефоны, почта и сеть магазинов, все сайты, которые привязаны к сети магазинов Onyx. Итак, сам магнит F120, как видите, метка есть. Открываем коробочку. Прокладка из плотного пенополистирола, такая же точно на дне коробки, как всегда. Итак, защитная пленка и этикетка на магните есть, с обозначением силы сцепления, с обозначением торговой марки. Вот он сам магнит у нас, F120 односторонний. Итак, комплектация. Это у нас карабин восьмерка пожарный с замком и ремболт М8, и с гайкой барашком, как всегда в Onyx рекомендую, для двойной фиксации. Гайкой зафиксировались и законтрились барашком. Это очень удобно. Перчатки из двухслойной резины с латексным обливом. И трос Tiger 33 метра, пятерка толщина, 500 кг разрывной силы у данной веревки. И давайте проверим, следят ли в Onyx за размерами, за параметрами магнитов, указанных на сайтах, и весом. Весы здесь не просто так. Давайте пока их включим и будем мерить. Итак, диаметр магнита F120 одностороннего 62 мм. Высота, она же толщина, 12 мм. Это F120, напоминаю. На всякий случай подложим прокладочку с пенополистирола и нажмем тара. Для того, чтобы... Магнит бывает сильно примагничится к весам, могут искажаться показатели. Чтобы этого не происходило, мы подложим вот так вот. И давайте взвесим. Чистый вес магнита у нас 273 грамма. 273 грамма чистый вес магнита F120 одностороннего. Итак, будем выполнять подъем металлического швеллера весом 19,2 кг магнитом поисковым односторонним Onyx F120. Мы обычно рекомендуем рассчитывать подъемную массу таким образом. Делить силу сцепления на 10. То есть, таким образом у нас бы получалось 120 поделить на 10, 12 кг. Мы рекомендуем нашим клиентам рассчитывать на 12 кг. Но мы будем пробовать поднимать 19,2. Итак, примагничиваемся. И поднимаем. Итак, у нас швеллер в воздухе. Видите, я трясу. Намеков на отрыв у нас нет. То есть магнит F120 односторонний легко справился с весом 19,2 кг. Открываем магнит. Это нелегко сделать. Берем на излом. Ну, как вы видели, прямо оторвать его очень проблематично. На излом он оторвался легко. Вот такой магнит F120 легко справился с метрическим швеллером. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачных покупок.